Улица Кутузовская, 23. Во дворе шумно от работающей уборочной техники. Один трактор сгребает снег с дворовой проезжей части, второй работает на погрузке. Качество уборки дворовых территорий в Новой Трехгорке проверили депутаты-единороссы. Да, есть жалобы, без этого никуда. То, что одному хорошо, другому плохо. Где-то не так почистили, где-то соль лишнюю насыпали. Но МБУ у нас в данном случае работает, всегда готовы выслушать все пожелания, рекомендации, замечания и исправляют. Ну, зима есть зима. Коммунальщики приступают к работе в 7 утра. Начинают с тротуаров и подходов к социальным объектам. Во дворы заходят ближе к половине десятого. Раньше просто нет смысла. Уборке мешает обилие припаркованного транспорта. Хотя и днем его немало. Стараемся как-то сотрудничать со старшими домов, с консьержками. Они помогают находить владельцев машин, и мы таким способом их убираем. И уборка происходит намного эффективнее, намного быстрее, чтобы жители понимали. Ну, сами, если видят, когда происходит уборка, чтобы сами выходили и убирали машину. На парковке у дома 25 по Кутузовской улице тоже кипит работа. Здесь трудится бобкет и несколько рабочих. Они аккуратно расчищают снег между машинами и временно складируют его при въезде на парковку. Затем отвезут его на снегобазу. В этом году поменяли подход уборки в Трехгорке из-за того, что очень много машин, которые в принципе не выезжают очень долго. Добавили большое количество ручного труда, и теперь не просто собирают снег с проезжей части, но и вычищают между машинами, чтобы водители, которые потом захотят поехать на своем транспорте, очищая его, не перегружали этот снег обратно на дорогу. Еще один адрес – улица Чистяковой, 58. Здесь депутаты выходят на лед, расположенный по соседству хоккейной коробки. На этой площадке рабочие уже около часа. Дело близится к концу. Всего в микрорайоне трудятся три бригады Одинцовского городского хозяйства. Это 30 уборщиков и 5 единиц техники. Работы сотрудников МБУ во дворах Трехгорки единороссы остались удовлетворены. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».